23 января в швейцарском Давосе начался ежегодный всемирный экономический форум. Девиз 48-го форума «Создавая общее будущее в раздробленном мире». В центре его внимания вновь четвертая индустриальная революция. Участницей форума стала доцент Института управления экономикой и финансов Казанского федерального университета Ляйсан Арсентьева. Она вошла в число 50 представителей Global Shapers Community со всего мира, став единственной участницей из России. Всемирным экономическим форумом в 2011 году по инициативе Всемирного экономического форума было основано движение, так называемое сообщество глобальных шейперов. Это молодые люди от 20 до 30 лет, которые занимаются активно какой-либо деятельностью и являются, будем так говорить, активистами в своих городах, странах, регионах, и которые готовы помимо своей деятельности заниматься еще социальной деятельностью. На форуме ведущие руководители бизнеса, политические лидеры, видные мыслители и журналисты обсуждают актуальные мировые проблемы. Некоторые темы, поднимаемые на форуме, перекликаются с исследованиями, проводимыми Ляйсан Арсентьева. Она всерьез увлекается направлением конкурентоспособности экономических систем, национальной экономики. Основная цель моего пребывания там, пусть это будет небольшой, но вклад в формирование положительного облика Российской Федерации на Всемирном экономическом форуме. И мне бы очень хотелось рассказать о том, как комфортно на сегодняшний день жить, развиваться на территории нашей республики и в Российской Федерации. Форум пройдет в швейцарском Давосе с 23 по 26 января. 3000 делегатов из 100 с лишним стран будут яростно спорить друг с другом на десятках тематических площадок, чтобы в конечном счете соглашаться в главном. О необходимости и плодотворности такого диалога, а также самой привычке слушать и слышать другие точки зрения. Более подробное интервью с Ляйсан Арсентьевой вы можете посмотреть в передаче «Акцент КФУ» с Юрием Малаевым, которая выходит на нашем телеканале «Универ ТВ». Диана Шилова, «Универ Ньюс».